Все знают, что морепродукты не только полезны, но и не особо калорийны. Легкий и вкусный салатик с морепродуктами – как раз то, что нужно. Смотрим и записываем рецепт диетического салата с креветками. Для приготовления диетического салата с креветками можете брать уже отварные креветки. Я обычно беру свежезамороженные, а потом варю. Можете сбрызнуть готовый салат майонезом, но все-таки с маслом и вкуснее, и не так калорийно, как показывает практика. Салат очень сытный, его хватает надолго. К тому же, перепелиные яйца и креветки – это очень полезно. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты, яйца и креветки отварите. Сыр трем на мелкой терке, яйца и помидор режем на половинки, салат можно и руками порвать. Теперь выкладываем на листья салата яйца, помидоры, креветки, сбрызгиваем маслом, солим и перчим по вкусу. Последний штрих, тертый сверх, наш диетический салат с креветками готов. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. А теперь ингредиенты. Креветки – 200 грамм. Салат – 200 грамм. Помидоры черри – 12 штук. Яйца перепелиные – 10 штук. Пармезан – 50 грамм. Масло оливковое – 50 грамм. Количество порций 3-4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Пусть вам сегодня повезет.